приехал, друзья. Добрый день. Сережа вернулся, и мы его сразу нагружаем. Две недели он у нас ездил по делам. А сегодня, наконец-то, мы вышли на рынок. Но пошел дождь, что вообще не свойственно здесь. Мы без зонтиков, без всего вообще. Сейчас намокнем все, но рынок прежде всего. Потому что у меня дома вообще шаром покати. Сейчас пойдем с вами, друзья, посмотрим, что за две недели изменилось по ценам, по ассортименту и так далее. Сейчас добежим до навесов. Короче, мы с подмокшей репутацией и с хорошим настроением. Репутация у нас нормальная. Подмокшая. Нормальная, но немножко подмокшая. Турки, короче, неожиданно для них был этот дождь, спасает все вещи. Все льется. По прогнозам, вообще этого дождя не должно было быть. Уже нету, да? Все льется, капает. Мы все мокрые. Мокрые и счастливые. Так, пытаемся дойти до продуктов. Посмотрим, порадует ли нас сегодня. Или огорчит, как всегда. Так, друзья, начнем с картошки. 10 лир. Чилек, клубника, 10 лир. О-о, класс. 30 лир, вот это зеленая алыча. Быстро и по существу. 15 бананы. Так, друзья, я уже рада, я уже довольна. Цены снижаются. Эти самые, смотрите. Синенькие, 8. Где снижаются цены? В Турции снижаются цены. Ура! Арбузы 15. Были 20, 18. Перец 15. Ну, пока держится еще перец. Помидоры вот такие большие, 15. Я думаю, что клубника все равно будет в пределах 10-15. Потому что я смотрю, там на других лотках по 15 она. Так. Что у нас еще нам нужно? Нам нужно все. Цен нету. Цен нету. Так. Два. Здесь 20 уже клубника. Ну, 20, смотрите, какая она здоровая. Она просто огромная. Такое, она с размера с картошку. 15. Поменьше чуть-чуть. Ну, хорошо, хорошо. 10 лир. Такие помидорки. Уже как-то поприятнее. Ну, ничего, сейчас мы дойдем до маслины, посмотрим, сколько маслины стоят. Так, обычные помидорки по 10. Такие 18, 20. Так, мы дошли до конца, идем. Серега немножко растерянный, он с дороги. Еще в себя немножко не пришел, поэтому потеряется. Забыл. Где здесь что находится? Сейчас пойдем посмотрим наши маслинки. Так, берем картошки 3 килограмма по 10. Она дешевле все равно не будет, но Серега сказал, что это прям хорошая, классная. Так что набираем. Это персики по 30. Персики по 30. А это абрикосы по 30. Ну, пакет, да. Упаковка. 40 вот такие нектарины. Физалис. Да, физалис. Это зеленая алыча. 60 лир килограмм, 25 шелковица, 20 этот стоит, физалис. Так что, так, нам сегодня надо все. Взяли 3,5 килограмма картошки. Сейчас зайдем еще на ту крыло рынка, посмотрим маслины, удивимся или нет. Но на часть позиций, конечно, конкретно существенно снизились цены. Шайтан машина. Вот эти дыньки, все, когда-нибудь я их попробую все-таки, когда цена упадет на них. Вот видите, разные цены, 15, 20, ну это вообще монстр. Вон 10. Ну, в принципе, нормально. А? Давай еще на тот самый. Потому что надо все пройти. На рынке ж нельзя покупать первое попавшееся.
Не, как бы можно, но... Апельсин за 6 не хочешь? Апельсины? Не, я уже наелась апельсинами. Вот опять эти артишоки продают. Кто знает, как их готовить, пишите. Я не знаю. Клубника, да, монстры сегодня, просто монстры. Блин, по 20. Капец, такая... Три клубники взял, она наелся. Ну, не знаю. Наша братва. Так. Нет, давай к братве подойдем сначала, Серега. Я так не могу туда-сюда бегать. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, маслины. Мараба. Маслины. Так, короче, все показала. Маслины также на пределе. Наши на пределе 60. Пока ничего не поменялось. Сыры. Смотрим, сколько сыры. 60, 60, 60, 35. Вот этот мы пробовали. Есть творог соленый, есть пресный. Так, клетка яиц 3, десятка яиц 38 стоит. Эта цена нормальная. Я там видела в пару супермаркетах цену. В принципе, где-то в одном Биме видела за 36. Мы один раз купили. Но в следующий раз уже пришли, они уже по 40 были. Поэтому мы стандартно берем 3 десятка яиц и килограмм вот этих вот вкуснейших вяленых маслин. Еще сегодня возьмем полкилограмма вот этих сливок, которые называются каймак. Ну, может быть, это считается как жирная сметана. Нет, это чисто сливки, Лёх, но надо сказать, он не супер-мега жирный, знаешь, как вот, допустим, да, очень домашние сливочки, да. В Одессе там они намного жирнее. Друзья, запомните название «Каймак». Каймак. Вот смело берите, если придете на рынок. Для тех, кто вот там что-то спорит, там татары и все остальные, это каймак, это не сметана. Да. То есть просто рассказывают, что каймак это сметана. На татарском, да, каймак сметана, да. Но это не сметана. Ну да, это такие легкие сливки, очень вкусные. Короче, решили еще взять лаваш. Ребята, он такой классный, он свежий, просто сумасшедший. Посмотрите. Если в этот лаваш намазать каймака, свернуть его и взять маслинки, кофе. Ребята, сейчас мы это сделаем. Лаваш? Супер. Все, ты шекер дарим. Все. Ой, все, я такая радая. У нас появится еда дома нормальная. А то мы с Лизой все по супермаркетам шатались. По пятнашке, да, они такие вот, что мне нравятся. Да. В прошлый раз мы почем брали их? Вот эти классненькие же помидорки. Красивые. Да. Давай до конца дойдем, обратно уже все набираем. И этих возьмем. И баклажанов возьмем, и помидор возьмем, зелени возьмем. Сейчас буду дома готовить. С запахом. Не, банановым запахом. Сереж, что только вот такие огурцы с банановым запахом. Я знаю. Шайтан машина. Знаете, какой тут запах стоит сумасшедший, семечек. Ой, вроде бы и дождь уже закончился. Не знаю, классное настроение, супер. Супер, супер. И не жарко, вообще кайфово. А у нас сегодня праздник. Арбузы в серпантине по 15. Халва, видите, тахинная. Но это на любителя. Не знаю, наша мне больше нравится. Да, не можем ее есть, эту тахинную, честно. Да, если ее. Да. У нас сухая, и сам этот вкус этого тахина на любителя, друзья. Горчинка, да? Когда есть после вкуса, я горчинка такая. Тахиновый? Я ее вообще не ем, не знаю какой. О, помните, я вам показывала, друзья, муршмула, вот она, по 10 лир. А то стоило 20 еще месяц назад, видите? Вот она. Ну да, она тут завал ее сейчас, самый-самый. Вон, смотри, вообще баклажаны по 5, Сереж. Давай по 5 возьмем. Так, берем баклажаны. Смотрите, какие красавцы синенькие, по 5 лир. Восемь лира это самое, авокадо, 5 лира кабачки. 6 штук хватит? Еще 5 лира. Еще.
О, кстати, Сереж, тут можно взять эти помидоры. Зеленые, да? Ну ладно. Так, еще возьми парочку маленьких. Парочку маленьких возьми, пожалуйста. Баклажан, я же их запекаю очень вкусно в духовке. Делаю сатэ. Все, хватит, нормально, нормально. Супер. Маленький я взяла за 13, потому что он легкий, там на килограмм куча его, а вот такой вот очень тяжелый, на килограмм получается 2-3 перца всего. Вот, то есть не знаю. А укроп надо, да, два больших пучка надо. И можно взять лука вот этого. Мне лук не нравится. Не нравится, значит бери просто два пучка. Не, выбери какой-то не с палками, а такой мягенький, зайчик. Тут одни палки. А? Три. По три берем, даже с палками. Сейчас, давай повыбираем. Вот, смотри, видишь, нету дрынов вот этих вот. Ага. По 3 лиры, короче, у нашей женщины. Всегда берем у нее. Что это, друзья? Ну, не знаю. Не пахнет. Что-то спросите. У кого? Говори. Что ты взял? Семечку? Не, просто. Глянь, семечка. Угу. С нее тритоны шелухи, блин, и выхлопа ноль. Ну, может быть, в этом и есть прикол. Не знаю, здесь такие семечки, такие подсолнухи. О, ребята, вы такую редиску видели? Редиска переросла. Боже мой. А покажи покрасивее какую-нибудь. Вот. Ну, красивее. Не, ну, купил одну и не паришься, что. Да, с одной редиски один салат. На. Так, по 6 лир берем эту морковку. Ты опять за свое, да? Да ничего за свое. За свое. Прикиньте, мушмула, громче перцики, говори. Нектарины, блин, марабельки, слива, клубника, блин, бананы, яблоки, апельсины, лимоны, не считаем, киви. Так. Фруктов нет. Хочу черешню. Берем арбуз, 15 лир за килограмм. Берем опять кусочек. Он нам взвешивает. Сколько сейчас? Сколько он сказал? 45 стандартно? 40 лир, короче, за кусок. 2600. Вот этот кусок, друзья. Здорово! Привет! Привет! Доброе утро! Доброго ранка. Арбуз астраханский, половина сахар, половина мед. Приятного аппетита! Астраханский не заходит. Зашли в аптеку кое-что купить. В Тосмуре аптека. Все, что хотите. Лекарства вот там стоят. Решили поснимать, что есть в аптеке. Покажу вам. Как раз. Коллагены, всякие витамины, пожалуйста. Вот эти самые солгаровские, американские, пожалуйста. Тонометры. Здесь нет цен, надо все спрашивать. Поэтому мне сложно, допустим, вам сейчас будет сказать эти самые лекарства. Турецкие. По ценам, друзья, не могу вас ориентировать, поэтому нужно по каждому лекарству спрашивать, допустим, цену. Видите? Сейчас найду какую-нибудь что-нибудь такое, что похоже на наше. Это не турецкие. Что хотите здесь? Здесь, правда, по-русски не говорит, но по-английски, в принципе, все понятно. Пожалуйста, видите? Много всего, всякие мази, все. Ну, в этом смысла нет показывать, потому что всякие бальзамчики охлаждающие,
и не только. Вот эти вот мы брали капли нормальные для носа с прополисом. Классные, натуральные. Мне очень понравились. Вот тут супрадины у них есть тоже. Так что всякое. Ароматичные масла, ароматические. Тоже очень много разных. Ни в одной аптеке вы не увидите цен. Ему надо все время спрашивать. Вот это Весч, друзья. Запомните. Любой ОРЗ, любой вирусняк поднимает на ноги сразу. Выпиваешь, через 15 минут уже на ногах. Вот это у них считается самый-самый-самый сильный горячее питье. Знаете, это good. Так что показала вам немножко аптеку, пару минуточек. Турецкую. Гависконы у них есть, видите, тоже. Думаю, там совсем другое качество. Никоретто, вот видите, пластыри тоже есть у них. Вот я показываю то, что примерно знаю. Градусники электронные. Омега-3,6,9. Все в таком диком объеме, слышишь? Да. Это все натурально. Серёж, спроси, сколько стоит 3,6,9. Это как каждому человеку. Вот, допустим, мы спросим, такой баллон сколько стоит? Лир. 250 лир. 200 штук. 200 штук. Как это натурал. Made in Turkish? Турецкая, да. Ну, вот это можно верить. Друзья. Верить точно, потому что... Одна пакет, два пакет. Нет. Лира йог. Базар. Базар йог. Базар финиш. Карточка ваш. Базар финиш. Йог. Next time. Все, тащи кредиты, мои френдс. Гири Ферис. Немножко вам показали аптеку, как она выглядит, что здесь бывает. Я бы такую фигню купил бы домой. А? Да, мы обязательно купим. После зимы. Допустим... Омегу можно пропивать вообще всем. 3,6,9 в нашем возрасте, молодом. Омега всем. Реально всем полезно. И это самое. Ну, вы видели, друзья. Все есть. И просто нужно... Вот смотрите. Если вы не знаете, как бы, турецкое наименование лекарства, берите коробочку вашу с вашим лекарством, приходите. И они смотрят на действующее вещество. Формула, состав, да. И они вам говорят турецкий аналог. Берете коробочку, смотрит состав. Все. И... Мы так уже не раз покупали нужные нам лекарства. Я сказал, именно вот по Омеге, все, что, мне кажется, продается там где-нибудь у нас, мне кажется, там халам-балам полный. Ага. Здесь тюрьме. Балам-халам. Тюрьме. Нет, тут тюрьме, если будет не то, что там нарисовано. Да. По поводу лекарств, я думаю, здесь все очень порядка. Строго, да. Сереж, да. Ну, расскажи по поводу сегодняшнего базара. Две недели не были. Что ты можешь сказать? Ни хера не понял. Почему? Ну, вот не понял. Ну, что ты не понял? Цены ниже, выше стали. Ну, что ты не понял? Цены ниже стали. Так. Опять же, сложно так понимать, потому что, может быть, утро, они разгоняются. Закономерность очень тяжелая. Чем больше людей, тем дороже это стоит. Чем меньше людей, тем дешевле можно купить. Ты думаешь, они сзади несколько раз меняют таблички с ценами? Да, легко. Они могут 6 на 9 поменять. Просто перевернув его на балбесов. Рассчитанных на европейцев. И все. Ты не видела ни разу, как они меняли? 6 на 9. Переворачивают вверх головой, короче, да, посмотрят европейцы, чешут. Да. Все. Это как номерочек на дверке. Хлопнул дверкой. Да. И девяточка превратила в шестерочку, да? Ну, практически. Но сегодня мы нормально набрали. Много очень. Нормально, хорошо. Сегодня лавашика взяли крутого. Сейчас попробуем лавашик. Да. Ну, по моим подсчетам, я примерно взяла с собой 300 лир, и у меня не осталось ни одной копейки. Кстати, ну, мы купили еще нам там кое-что в аптеке, да. Поэтому нормально, абсолютно. Единственное, что да, наверное, уже хочется черешни. Да, ты со мной согласен, а ты... Ну, наверное. Я все бананы, апельсины. Да, бананы ни хера, кстати, не подешевели. 20-22 так они стоят. То есть я вот только не понимаю, почему и ради чего. Can be my drug dealer boy. У вас давно так начиналось утро?
Чтоб я так жил всегда. А что это у тебя намазано? Ой, я не знаю, запачкалось. Запачкалось? Это клубника с каймаком. Давай. Ну, в этом что-то есть. Именно в этом что-то есть. Девочка. Каймак сила. Я могу кому-то дать попробовать, конечно. Гляньте, лаваши мы какие купили, друзья. Та-дам! Бубочки! Это что? Это такой лаваш. Лаваш или это какой-то... Класс, знаешь, вообще вкуснятина. Тончайшая. Светится просто. Жесть. Да, друзья. Класс. Сейчас мы его намажем коньячком. Какая-то тряпка. Коньячком намажешь. Коньячком, да. Каймачком. Да, то попроведник оговорочка у тебя.